Золотистый стафилококк обнаружен у 5 сотрудников пищеблока в детском оздоровительном лагере «Восток» Семеновского района. Таковы результаты расследования Роспотребнадзора. Напомню, неделю назад в лагере практически одновременно почувствовали недомогание порядка 30 детей. У них поднялась температура и их постоянно тошнило. Лагерь закрыли на карантин, детей отправили по домам, а пищеблок тщательно обследовали. В смывах обнаружили кишечную палочку, а накануне пришли результаты о заболевании работников столовой. Сегодня мы встретились с начальником лагеря, который заявил, что на данный момент в лагере все хорошо. Сегодня вышло постановление Роспотребнадзора о том, что карантин снят. С 26 числа планируем открыть смену до 31 числа. Вот мы можем завести детей с разрешения, опять же, Роспотребнадзора. И, поэтому все требования Роспотребнадзора, которые нам выставили, мы выполнили. Вот вчера была комиссия, проверяли нас и по медицинским книжкам, нас проверяли и по выполнению всех требований, которые нам было предъявлено. Вот. На сегодняшний момент сказали, что разрешат открыть при условии замены полностью сотрудников именно пищеблока. Каким образом в пищеблоке детского лагеря «Восток» работали сотрудники, зараженные стафилококком? То есть как так получилось? Они уже зараженные были приняты на работу или как-то с поддельными медкнижками? На сегодняшний день могу вам сказать, что четверть населения болеет стафилококком. Вот, наши сотрудники все были проверены на анализы, которые необходимо было сделать заранее, конечно. При поступлении на работу все сотрудники лагеря приходят нам с медицинскими книжками, где есть разрешение на работу. Вот каким образом так получилось, не могу ответить, просто не знаем, разбираем сейчас с Роспотребнадзором совместно. Вы считаете, есть ли вина руководства лагеря в том, что произошло? Ну, конечно, есть. В любом случае, все руководство, в частности, я, как начальник лагеря, я беру ответственность на себя, потому что это, без этого никак.